Прогулки на велосипедах с каждым годом набирают популярность, и каждый любитель такого активного отдыха спешит приобрести себе отличный велосипед, в первую очередь хорошего качества, чтобы получить удовольствие от катания. Меня зовут Игорь, и сегодня расскажу вам о крутых велосипедах от не менее крутой торговой марки Corsa, которая производит их для вас. Для любителей бездорожья торговая марка Corsa предлагает модели фэтбайков Avalon и Fighter. Модель Fighter получила 21 скорость и поставляется на 15-дюймовой металлической раме, огромных 26-дюймовых колесах и навесным оборудованием Sunrun. Модель Avalon получила 7 скоростей, но при этом он является более дорогим велосипедом, так как поставляется на 17-дюймовой алюминиевой раме с навесным оборудованием Sunrun и Shimano, на таких же больших 26-дюймовых колесах и пружинно-эластомерной вилкой. И, конечно же, есть универсальная модель, если ее можно так назвать, полуфэтбайк Monstra, который поставляется на 16-дюймовой алюминиевой раме с размером колес 27,5 дюймов на навесном оборудовании Sunrun и Shimano и пружинно-эластомерной вилкой. Monstra получил 21 скорость. Ширина колес у него меньше, чем у Avalon и Fighter. Для ценителей быстрой езды торговая марка Corsa подготовила две крутые модели – Atlantis и Aviator. Atlantis поставляется на алюминиевой раме 18,5 дюймов, 29-х колесах и навесным оборудованием Shimano и Sunrun. Пружинно-эластомерная вилка здесь с переключателем. Количество скоростей – 21. Резина – компас. Авиатор – самый большой велосипед линейки Corsa. Рама – 20 дюймов, стальная. Колеса – 29-е. Навесное оборудование – Sunrun. Количество скоростей – также 21. Rock Pro и Hyper – крутые двухподвесы. На металлической раме размером 16 дюймов, 26-дюймовых колесах, пружинно-эластомерной вилке и навесным оборудованием Sunrun и Shunfeng. Количество скоростей на этих двух велосипедах – 21. Конструктивное отличие только в форме рамы. Любителей классики торговая марка Corsa порадовала двумя городскими велосипедами – Urban и Phantom. Модель Urban – это металлическая заниженная рама размером 18 дюймов, колеса 26 дюймов, пружинно-эластомерная вилка и навесное оборудование Sunrun и Shimano. Количество скоростей данного велосипеда – 21. Phantom обладает теми же характеристиками, только рама здесь 19 дюймов и имеет классическую форму. Тормоза типа V-Brake. Навесное оборудование в нем используется только Sunrun. Fiara и Airstream – это два велосипеда в линейке Corsa на увеличенных колесах размером 27,5 дюймов. Fiara – это стильный и лаконичный дизайн. Алюминиевая рама размером 19 дюймов, пружинно-эластомерная вилка с переключателем и, конечно же, навесное оборудование Shimano. Количество скоростей – 21. Airstream также получил не менее стильный дизайн. Здесь все на высшем уровне. Навесное оборудование Shimano, регулируемая вилка, ну и, конечно же, алюминиевая рама размером 16 дюймов. Evolution – это максимальная скорость, их здесь 24. Навесное Shimano, регулируемая вилка и резина-компас. Поставляется эта модель на алюминиевой раме размером 18 дюймов, 26-х колесах и не менее крутых алюминиевых дисках. Вы только посмотрите на этот дизайн. Spider – это потрясающий внешний вид. Здесь у нас алюминиевая рама размером 15 дюймов, 26-е колеса на крутых алюминиевых дисках, регулируемая вилка и навесное оборудование Shimano. Резина – Kenda. С рамой 15 дюймов и 26 колесами торговая марка Corsa предлагает 4 модели – Mercury, GTR 3000, Zoomer и Blade. И каждая из них имеет индивидуальные характеристики. У Mercury алюминиевая заниженная рама, 21 скорость, навесное Shimano и Sunrun и пружинно-эластомерная вилка без переключателя. GTR 3000 также получил раму из алюминия. Стиль у этого велосипеда в каждой детали. Навесное здесь Shimano, скоростей 21, ну и всеми нами любимая
вилка с переключателем, резина, компас. У модели Zoomer алюминиевая рама, навесное оборудование Shimano, пружино-эластомерная вилка без переключателя, резина, компас. Количество скоростей 21. Blade получил навесное оборудование Shimano плюс Sunrun и поставляется на металлической раме с пружино-эластомерной вилкой без переключателя на 26 колесах. И количество скоростей у него 21. Моделью поменьше является Ультра. Рама алюминиевая размером 13 дюймов. Колеса по-прежнему 26. Навесное оборудование Shimano. Вилка мягкая, без переключателя. Количество скоростей 21. Резина, компас. Для подростков, кому вышеперечисленные велосипеды еще велики, есть две крутые модели с подобными характеристиками, как и у взрослых. Это Pulsar и RTX. RTX получил металлическую раму размером 11 дюймов, колеса размером 20 дюймов, навесное оборудование Shinimax и Sunrun, дисковые тормоза и амортизационную вилку. Количество скоростей 21. Pulsar также получил металлическую 11-дюймовую раму, 20-е колеса, навесное оборудование Shimano и Shinimax, пружинно-эластомерную вилку и тормозную систему V-Brake. Количество скоростей здесь всего 7. А если вы перейдете на наш канал, вы найдете подробные обзоры на каждую из моделей, присутствующих в этом видео. А с вами был я, Игорь. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!